что, решил бросить меня в самый важный момент в жизни? Скотина! Ты проиграл. Привет, Жанна! Да пошли вы! Я тебя люблю, Жанна! Я все расскажу нашему ребенку, как ты нас бросил! Че, Марина, на рыбалку едешь, что ли? Ну да. Ты, я думаю, это отмазка для Жанны. Вот здесь они много сидят. У тебя яйца есть? В смысле? Да мы же даже рыбачить не умеем. Научимся, у меня все есть, вон. Е-мое, Армас опарил, блин. Блин, пацаны, какая-то стрёмная заправка, если честно. Я чувствую, туда вообще не надо идти. Мура, подожди, Мура, подожди! Нет! Оторвалось меня! Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Мы не успели поймать, понимаешь? Там кипиш начался. Мы увидели убийство, начали убегать, за нами гнались. Потом появился какой-то одноглазый маньяк, начал всех убивать. Я увидел, как там голову отрезали. Попали в дом каким-то извращенцем. А подтвердить кто-нибудь может? Умерли все. Диктер! Каластер! Бамхалай!